Здравствуйте! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня очередной выходной у меня. Это Thursday по четвергам. У меня 12 часов off. И я решила пойти и забрать свои вещи, которые... Вещи, я имею в виду именно те рукодельные вещи, которые нужны были мне, и манекены, и инструменталь, разные машины, что я в течение этих лет, работая в Апстейт-Нью-Йорке, накопила, и они сохранились у меня self-storage, в складе. Именно билдинг такой-то, здание, где все климатическая регулировка нормальная, чтобы оно не испортилось. И все, я иду ее забирать из Либери и отвезти туда, где я работаю сейчас, это в Ньюберг, и поставить в одно место. И я арендовала уже побольше комнату. Но я верю, обещаю себе, во-первых, у меня будет свое студио, свое рабочее студио, где я буду организовать мой, так сказать, heaven. Так что все в будущем, все в будущем и все в планах, в ближайшем даже. Что я хотела сегодня сказать и рассказать, конечно. Я вчера смотрела программу Shark Tank, называется «Контейнер акулы», акулами. Как можно перевести? Tank – это как контейнер или бочка, Shark – это акулы. Shark Tank. Эта программа именно очень интересна. Но все как все здесь превращено в шоу. Знаете, все. Элементарные человеческие отношения от организации больших бизнесов. Это все в шоу можно посмотреть по телевизору. Вот Shark Tank можно набить на YouTube и придет. И кто, не знаю, на русском есть или нет, но на английском можно найти. Очень интересная программа. Для меня интересно, я интересуюсь бизнесом, как мышление человеческое, как у них мозги работают. У этих бизнесменов, миллионеров. Это очень интересно и впитательно. Так, в чем суть этой программы? Суть в том, что тут сидят несколько миллионеров, миллиардеров даже, которые хотят инвестировать свои деньги в какие-то бизнесы. Но они уже в этом уровне, что они только могут инвестировать. И приходят люди своими бизнесами, которые уже организованы, подняты определенный уровень. И они делают презентацию красивую, очень убедительно должно быть, очень грамотно сделано. И они подготовлены ко всему вопросу, что интересует именно этим акулам. И потом они будут решать, кто возьмет и сделает инвестирование именно в этот бизнес и сколько процентов это будет. Вы бы смогли бы посмотреть, как они дерутся. Ну, не дерутся, но у них какой конкуренции. Если бизнес очень обещающий, они же понимают, какой бизнес может иметь перспективу именно тот области, где они сильны, где они понимают. В любом случае, знаете, что интересно? В любом случае они чувствуют, во-первых, кто предлагает свой бизнес, какой passion, какой увлеченностью он создал свой бизнес. О, дождик капает. Вау. Вот видите? Полностью. Дождик. Но это так внезапно, я не ожидала. Сейчас. Я думаю, что это прекратится скоро. Ладно, переключимся.